День, доброе утро! У кого как? Рада приветствовать всех вас на нашем лидерском вебинаре. Давайте проверим с вами связь. Поставьте, пожалуйста, цифру 10, если все хорошо, меня видно, слышно, и у вас отличное настроение, чтобы начинать. Отлично. Угу. Тогда я могу начинать. Итак, скоро уходят они гулять. Итак, дорогие мои друзья, я думаю, что для вас, для всех вас актуальна тема New Age, и поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, если вы так же влюблены в New Age, как влюблена я в него. Если это так, то вы, наверное, уже ощутили все прелести этой продукции, и о ней можно говорить часами, да, но я сейчас просто поделюсь очень кратко опытом, который уже я, опытом маска-марафоном, я уже выступала с этой темой как-то на вебинарах, вы уже, наверное, слышали мою историю, но в этом году я провела шикарный маска-марафон, улучшенный, спасибо за комплименты, мои хорошие, и от которого я сама получила колоссальный результат и колоссальный, ну просто мотивацию. И тот, кто не пробовал New Age, я уверяю вас, что после сегодняшнего вебинара и после фотографий, которые вы увидите до и после, как поменялась я прежде всего, и как поменялись участники моего марафона, я вам именно победителей покажу, то вы непременно сегодня сделайте заказ на набор New Age. Итак, сегодня я расскажу, как с помощью этой продукции можно увеличить свой процент именно в этой категории, увеличить активность и хорошо закрыть каталог, потому что именно прошлый маскомарафон, вот в прошлом каталоге мы проводили на закрытие. Вот просто я понимала, что каталог не такой классный, как прошлый был, и нужно что-то делать. И я увидела, что в каталоге много масок, много есть пилинги, маски. И, конечно, я понимала, что это как раз должно сейчас это все произойти. Прям мы организовали это за одну неделю, и я сейчас вам расскажу, прям по полочкам разложу, как все это мы сделали, что я делала, как мы готовились с командой к этому мероприятию, как мы его проводили. Дальше, с помощью этого мероприятия мы рекрутировали, потому что этот марафон был не такой большой, как мои предыдущие потоки, и мы просто его провели персональной группой, да, там было несколько приглашенных лидеров из моей команды, для того, чтобы они просто сами поучаствовали, получили результаты, увидели, как это делается. И у нас в основном было, на курсе было 27 человек, из них 20 было новичков. 20 новичков, людей, которые вообще пришли, некоторые из интернета, некоторые по рекомендации, или из нашего инфала, которые вообще не знают ничего про New Age, которые просто делают там 20 баллов и все. То есть начинали мы приглашать, конечно же, со своего инфала людей, потому что нужно было где-то взять этих людей. И сейчас в слайдах вы будете видеть, как все это происходило. Итак, маска-марафон, это был пятый поток моего маска-марафона, и я его назвала в этот раз «Лицо с обложки». Для того, и я тут применяла уже такие, уже более... все знания, которые я получила на протяжении 3 лет, а я всегда развиваюсь, всегда посещаю какие-то мастер-классы по косметологии, где-то обучаюсь, и вот я очень сильно развивалась именно в домашнем уходе. Когда-то я училась на косметолога, и почему я не захотела, вот я мечтала когда-то открыть свой салон, работать косметологом, но почему я не пошла, потому что я понимала, что косметологи не учат домашнему уходу. Косметологи решают какую-то одну проблему временную, да, там, прыщи, вот погасили прыщи, там какое-то обезвоживание, сделали масочку и погасили это обезвоживание, но они не рассказывают, сколько вообще, что нужно делать женщине каждый день для того, чтобы выглядеть каждый день красиво и чувствовать себя удовлетворенно. И на этом маскомарафоне я решила поделиться своими знаниями со своей командой и заложила сюда еще целое обучение. То есть кроме того, что я каждый день делала маски на себе, показывала, как это правильно делать, показывала продукцию, рассказывала о том, какие у нас есть продукты шикарные, как они могут заменить салонные процедуры. Я рассказывала о том,
что реально, если у тебя есть классный уход, то тебе вообще не нужны некоторые салонные процедуры, например, такие как чистки, вообще тебе не нужны, потому что чистка делается только по показаниям. Если у тебя нет показаний, да, черных точек, комедонов открытых или закрытых, или очень сильных акне, то тебе вообще не, ну, не показана даже эта процедура, и делать ее не надо, потому что она убирает не только плохой микробиом кожи, но убивает и хороший микробиом кожи. И все это я расписывала. Все темы вы увидите, я все расписала, как каждый день, какая была тема, что мы делали. И мы подключали тяжелую артиллерию, это наши пилинги, это наши маски. Да, и дополнительно мы подключали то, что помогает улучшать состояние, это обычные массажики лица, там по 5 минуточек нашими капсулами, это обычная криотерапия лёдиком, да, протирали, это контрастное умывание, то есть когда будет у вас возможность, вы можете зайти в мой Инстаграм, и там вот эти все эфиры остались, которые я проводила. Вы можете посмотреть, особенно первый эфир, самый первый, самый вступительный, вот там я рассказывала обо всех этих лайфхаках, и это как бы немножечко помогало, потому что это помогало коже вот реально меняться и вот эти все наши продукты очень хорошо впитывать. И цель, я говорила, этого маскомарафона нашей команды была, чтобы повысить активность, повысить рекрутинг, привлечь новых клиентов и увеличить процент NewAge. То есть те люди, которые есть в нашей команде, но они еще не пробовали NewAge, наша задача была, чтобы они попробовали все маски, все пилинги и обязательно, чтобы прокачки после прокачки наборов, которые я постоянно каждый эфир я говорила про комплексный уход, чтобы обязательно после маскомарафона эти наборы купились. Из опыта прошлых потоков все люди, которые проходили такие вот обучения, маскомарафоны, они все получали результаты, абсолютно все, и покупали комплексные уходы. Очень мало людей покупали там какие-то оптималсы антивозрастные, в основном все покупали именно NewAge. И поэтому, я это поэтому вижу, потому что компания вот не даст соврать, что после очередного маскомарафона всплеск наборов NewAge. Прошел какой-то марафон, опять всплеск наборов NewAge. И я вот засекла, что в предыдущем каталоге процент NewAge был всего лишь 6%, 6 или 8, я не помню. А после маскомарафона, во время маска, когда мы готовили бьюти-боксы, когда мы заказывали все эти продукты, то он вырос до 18%. А в следующем каталоге, когда они захотели уже попробовать наборы, когда он закончился, и люди начали еще наборы заказывать, да, то есть он еще увеличивался. То есть минимум 2 каталога подряд увеличивается процент NewAge, потому что сначала мы бокс, это только вот продукция, которую мы советуем. Потом они пробуют, получают результат, ведь они попробовали пилинг, который мы разово им развесили, да, на 2 раза, и они захотели уже купить этот пилинг, целую баночку, а он сейчас в каталоге, например, по скидке, да, и уже они покупают в этом каталоге по скидке этот продукт уже целый. И реально вот от этого растет количество баллов по этой категории. И, конечно, люди, которые пришли вообще с улицы, то есть наши, как с улицы, там несколько человек пришло с интернета, через Инстаграм, но в основном это был маленький процент, потому что сильно не было времени делать рекламу, хотя реально можно делать рекламу и звать совсем чужих людей. А в основном это были там кумушки, да, то есть мы говорили, приводи с собой подружку, и каждая приведенная подружка — это лотерейный билет, и поучаствуй в розыгрыше NewAge. И люди вот так привели, то есть буквально 10 человек, которых мы пригласили, которые вот согласились участвовать, они привели и еще 10, да, каждый по одному, некоторые по 2 приводил вот человека. И получается, что получилась вот такая команда, нас было 27 человек. Итак, сейчас более подробно расскажу, как вообще все началось. Ну, во-первых, я сама балдею от этого продукта, и изначально я вижу результаты, я вижу, что я меняюсь, я вижу, что мне делают комплименты, и я вот очень благодарна вам за комплименты. Вначале вы многие делали комплименты, что я хорошо
выгляжу. И реально я понимаю, что мне скоро 40, через 2 года мне 40 лет. Но у меня маленькая доченька, моей доченьке будет вот в конце апреля 3 годика, и я понимаю, что когда ей будет 15, как подростки стесняются некоторых своих мам, как они хотят, чтобы их мамы были самые красивые, согласны? И я не должна в свои 50, да, когда ей будет 20 лет, а мне будет 55, и я понимаю, что я не хочу в 55 лет ходить уже в косыночке, да, с морщинами какими-то и так дальше. Я знаю, что с продукцией No Age и Wellness мы все с вами можем выглядеть минимум на 10 лет моложе, минимум. Естественно, я думаю, Наташ, а ну давай сделаю коллаж. Вот я делаю коллаж всегда до и после людей по применению. А я вот сделаю сейчас коллаж, вот 35 лет, это вот как раз я родила ребенка, и где все говорили мне, что я похорошела, да, что я родила ребенка, вроде помолодела. Конкретно на профессиональный, кстати, фотоаппарат был сделан в фотографии, которая слева. Мы проводили там какое-то мероприятие, и это я в 35. И сейчас, когда я делаю фотографии, да, я реально понимаю, что вот как-то я выгляжу моложе, в общем, да, понятно, что есть мелкие морщинки вокруг глаз, что есть там какие-то морщинки на межбровочке начинают, ну, понятно, мне скоро 40, да, но я понимаю, и были какие-то мысли когда-то, когда начали появляться первые морщины, там, в 33 года, у меня были еще проблемы очень сильные со здоровьем, желудок болел, и я очень сильно страдала с проблемой кожи у меня были, и у меня даже такие были мысли, может быть, все-таки какой-то укол сделать, может быть, что-то где-то, да, как-то сделать, это так, еще лет 5 назад, наверное, 6, но когда я поняла, что, на самом деле, если я сделаю укол, и это уже будет как-то не по-честному, да, не по-честному говорить людям, что у нас классная продукция, и вот у меня классное лицо, то есть каждая женщина, я считаю, должна стареть красиво, и некоторые морщины, они должны быть, даже украшать, да, потому что, например, никогда не считываются морщинки вокруг глаз, какие-то негативные морщинки, это всегда считается позитивными морщинками, да, то есть лучше нужно, хорошо нужно работать с овалом, хорошо нужно работать с лбом, потому что именно эти морщины считаются негативными и считываются как старость, да, поэтому я поняла, что все в моих руках, я очень многому обучалась по уходам именно в разных, я жила в Черногории одно время, и там я очень сильно занялась своим обучением, европейский подход, он немножко отличается от нашего, азиатский подход, и вот я прошла много всяких мастер-классов, и в итоге у меня вот такая появилась копилочка знаний, и вот я каждая для себя пробовала и поняла, что в принципе это работает, плюс наши продукты, плюс наши сейчас продукты салонного уровня, вот знаете, самое главное, это волшебная таблетка, вот у меня даже есть такая тема в маскомарафоне, сейчас вы ее увидите, волшебная таблетка вашей молодости, вот так и называется тема эфира, и тут я говорю, знаете, вот начинаю эфир с того, что девочки мои хорошие, на самом деле я вам сейчас мазочно огорчу кого-то, потому что волшебной таблетки не существует, есть только вы и ваши ручки, и вот именно они, ваши действия, они приведут к вас к какому-то результату, к которому вы стремитесь, потому что многие из нас, вот поставьте вот честно циферку 1, если вы себя узнаете в том, что у вас на полочке стоят пилинги, скрабы, маски, набор, возможно, даже у вас стоит, или, например, у вас там Skin Pro наш стоит, да, но время не доходит до себя. Я знаю, что нужно делать пилинг, например, вторник и суббота, 2 раза в неделю, но как-то вот вторник пролетел, потом суббота прилетела, а потом каталог прошел, а я понимаю, что я пилинг сделала всего лишь 1 раз, да? Вот, спасибо за честность, мои хорошие, потому что я тоже была с этого числа, в этом числе, и даже иногда являюсь в этом числе, хотя обучаю людей, все, но я стараюсь, у меня прописаны чек-листы, у меня стоят будильники, я знаю свои дни красоты, и сейчас я очень занялась не только своим лицом,
но также и своим телом, потому что я, меня вдохновили эти марафоны, и скоро я буду делиться с вами про марафоны по макияжу и по стройности, по wellness, потому что wellness я никогда не пропагандировала в своей команде. Вы знаете, вот всегда очень низкий процент по wellness, но сейчас я с ним столкнулась вот по здоровью, что я начала пить коктейли не потому, что хочу похудеть, потому что у меня не хватает белка в крови, потому что я понимаю, что это как бы мое здоровье. И я вижу результаты, своей кожи, я вижу результаты, как я стройнею. И все вот эта совместная работа моя, это, конечно, классный получается результат. И я хочу делиться этими результатами с другими людьми, поэтому я хочу проводить марафоны и по wellness, и по New Age. Итак, давайте с самого начала я вам расскажу, как мы организовывали с командой этот марафон. Итак, 4 этапа, которые я сейчас расскажу вам по отдельности. Итак, первый, то есть что, с чего мы начинали? Вам нужно приготовить боксы. Для этого вам нужно взять каталог и полистать, вот какие маски, какие средства есть вообще по скидке в этом каталоге. И вам нужно просчитать цену бокса, то есть... Для этого нужно перейти к второму пункту, нужно составить программу, посмотреть, какие маски есть в каталоге и какие маски вы будете применять. Например, да, это будет пилинг, это будет там маска, две тканевых маски, New Age это у нас было, да. Это будет, например, какая-то там маска ночная, например, New Age и так дальше. И вот уже вы должны понимать, какие маски вы в этот бокс положите, и уже вы будете знать, сколько стоит каждая маска. Что, раньше, да, раньше мы заставляли, там, купи вот целый пилинг, там, или там целую банку, и люди не хотели участвовать только потому, что, ну, это очень дорого. У кого есть пилинг, он участвовал, а у кого нету пилинга, то сразу вот 300 гривен на пилинг выкинуть, там, на капсулу 1000 гривен, новейдж выкинуть, да, и еще там на 6 масок, ну, это получается приличная сумма, 1500-2000 гривен, и не каждый на это пойдет, согласитесь. Но... Когда мы взяли такие маленькие соусницы по 5-10 миллилитров, или вот маленькие пакетики, которые на зиппере, такие манюсенькие, да, то есть у нас девчонки, у кого этих соусниц не было, чтобы не заморачиваться, прям в пакетике. И на весах электронных 5 миллилитров, каждая маска – это одно применение. И вы просто взвешивали все на весах, в перчатках, все стерильно, вот, вы даже не прикасаетесь, да, то есть тюбика вот так выдавливается в соусницу на весах, и все. Третий пункт – это коммуникация. Вы должны нагнать людей на этот марафон. Как мы это делаем, я тоже расскажу. И последнее – вы создаете закрытый чат поддержки и обучения, где непосредственно проходит сам марафон. И в этом чате вы их тусите, вы создаете активность, вы обучаете. И что в этом чате у нас было ровно в 10:00, это прямой эфир с какой-то очень полезной и важной темой. Темы будут немножечко дальше. И вечером, в 8 вечера, это был эфир в Инстаграм в открытом или закрытом аккаунте, где я конкретно делаю процедуру, показываю, как это делать, и потом плюшечка, это я учила делать массажи нашими капсулами, мы подтягивали овал, мы прорабатывали хорошую межбровку, переорбитальную зону вокруг глаз, то есть мы все вот эти вот проблемы, с которыми люди пришли, мы их все проработали, потому что когда люди приходили, они все писали в чате, когда мы знакомились друг с дружком, они все писали, с какой проблемой хотят поработать. Итак, давайте остановимся более подробно. Итак, первый пункт, готовим боксы, да, что внутри? Вот посмотрите, какие у нас боксы, вот красивые коробочки, это у нас был всегда в прошлые потоки. В этот раз у кого-то были коробочки, а у кого-то были вот такие уже пакетики. Я, кстати, даже не сфотографировала это, я так специально просто только вчера сфотографировала заказик, сейчас... Я в эти пакетики складываю заказики, какие-то маленькие, чтобы они не валялись, да, по сумке. Вот неудобно сложить маленькие заказики в такие пакетики. Мы использовали средний пакет, чтобы туда вместился каталог, то есть в бьюти-бокс этот входил каталог, и входили все вот эти вот наименования, которые нужно делать. Значит, цена у нас вышла 360 гривен, это базового пакета, и 450 гривен, это виповского пакета.
Это, те люди, которые хотели проработать какие-то особенно там вот овал, у кого поплыл, носогубки появились. То есть это, VIP-пакет для тех людей, которые будут учиться еще массажики делать. Но, естественно, всех я учила делать массажики, просто некоторые, у кого не было капсул, то есть в чем разница цены, да, это капсулы New Age. Вот если VIP-пакет, там все 7 капсул. Вот каждый божий день была одна капсула дополнительно к уходу New Age. И 3 или 4, я уже точно не помню, я написала 4, это те, кто просто вот хотел поддержать красоту своего лица. Но, естественно, они попробовали, даже 3 штучек, 4 достаточно было, чтобы они влюбились в эти капсулы и уже ждут, да, уже говорят: Наташа, в следующем каталоге капсулы, и я знаю, что уже вот эти 27 человек все закажут эти капсулы, понимаете, это очень тоже важно. Итак, у нас было 2 энзимных пилинга, которые мы делали 2 раза, в первый день и в 5 день. У нас была розовая глина или черная глина детокс, в зависимости, у кого-то есть розовая, да, у кого-то не было, поэтому, ну, в основном у всех была розовая, и я своим клиентам антивозрастным, то есть возрастным девочкам, которым уже 35 и старше, я им все-таки рекомендовала розовую глину. Это все-таки возрастная, очень классная маска, которая поросуживающая, да, хорошо чистит поры. У нас было 2 тканевых маски New Age, у нас была гелевая маска Optimals увлажняющая, у нас была ночная маска New Age или Essentials, то есть у кого нету дома, просто New Age у многих была. Тоже возрастным девочкам в бокс, который подороже, я клала ночную New Age, в более дешевый боксик мы клали именно который Essentials, недорогая. И капсулы, да, то есть было 6 масок и 2 пилинга, плюс 4 или 7 капсул. Вот этот вот бьюти-бокс плюс каталожик. Этот бьюти-боксик, который получал каждый участник нашего марафона. Идем дальше. Дальше, второй пункт, готовим программу. Да? То есть перед тем, как создавать, я понимала, что я какую-то плюшки... Нет, Светочка, пилинг не в тюбике. Мы покупали... Да, отправляли почтой или Укрпочтой, или Новой почтой, пересылали, да, и отправляли мы именно, знаете, вот такие соусницы, маленькие соусницы, такие они маленькие, с крышечкой закрываются, или просто обычные маленькие пакетики, которые закрываются на... То есть у меня девчонки-менеджеры, у которых не было этих соусниц, они просто брали вот эти манипусенькие пакетики, которые прям хорошо так вот прям закрываются, да, вот, и они туда прям это все наливали. И были наклеечки, то есть были наклеечки, которые я сделала еще очень давно, когда только начинала свой первый поток, я сразу заказала очень много этих малюсеньких наклеечек, там было написано пилинг и маска. И вот на каждой этой наклеечке было написано пилинг 1, да, маска 2, там маска 3, или там пилинг 1, маска 1. То есть что значит цифра? Цифра — это значит, что это первый день, да, а пилинг или маска, чтобы люди понимали, что конкретно они сегодня делают, пилинг или маску, да. Вот, и вот все были пронумерованы вот эти вот масочки. Ну и, например, еще это все было прописано в чате. Сегодня у нас такая-то вот маска, вот фотография, да, что она делает, о ней мы рассказываем, да, почему именно она, почему она такая классная и так дальше. И вот когда я это все делаю на себе, я тоже рассказываю, все пиарю, какой классные маски, какие процедуры они заменяют в профессиональном мире, в салонных процедурах и так дальше. Да? Итак, здесь вы можете на этом слайде видеть тему марафона. И обязательно был нулевой день, это был открытый эфир в Инстаграме, вот там я давала много плюшечек, вот обязательно именно его посмотрите, ошибки в уходе, вот IGTV видео, вы можете найти эти все видео. Вот, называется этот эфир «К чему может привести неправильный уход, ошибки в уходе». Я там проговорила 10 ошибок. Достаточно организовать, Анечка, недели. То есть вот если вы сейчас начнете, до конца каталога вы его сделаете. А начнете, начинали мы его в пятницу первой недели следующего каталога. Почему? Потому что
во вторник все нам пришло, то есть мы закрывали каталог таким образом, мы звонили, мы в субботу сделали последние заказы, во вторник они пришли, сначала мы хотели начать в среду, но мы поняли, что некоторые боксы идут 2-3 дня по Укрпочте, Новой Почте, и поэтому мы начали в пятницу, первый день у нас стартовал в пятницу первой недели каталога, поэтому если вы, то есть, если вы хотите закрыть этот каталог, текущий, да, то есть сейчас это организовать, то вы сейчас уже должны посмотреть, какие маски есть по скидке, да, уже должны подготовить эти боксы, а на самом деле просчитать, вот расписать там два пилинга, да, то есть там две масочки таких, и посчитать, сколько это стоит. Вот и все, на самом деле ничего тяжелого нет. И потом вы просто заказываете, ага, у вас есть один человек, значит, один бокс уже готов. Вы можете заказывать на себя, если это был менеджер, который приглашает, то он заказывал, естественно, на себя. Поэтому я не заморачивалась с этими всеми боксами, потому что каждый лидер, который приглашал, то есть вот у меня есть бизнес-партнер, и он понимает, если он пригласит 10 человек, у него будет как минимум, то есть это 4000 гривен, да, на 4000 гривен, посчитайте, сколько это баллов, у него, ну, примерно в среднем пригласили все по 3-5 человек, то есть у меня не так много бизнес-партнеров сейчас, да, то есть ключевых команд, я имею в виду, веточек, и вот каждый он паковал, если человек привел 4 человечка, вот он был ответственен за этих 4 человека. И у нас был отдельный чат организации маскомарафона, который я создала именно для партнеров своих, да, и вот мы там обсуждали, ага, девочки, вот нам нужно такие-то масочки, это стоит столько-то, и, кстати, в каждый бьюти-бокс я закладывала 50 гривен на призовой фонд, потому что каждый день на протяжении марафона я делала постоянно какие-то розыгрыши, какие-то конкурсы для того, чтобы увеличить активность. Там подарки были от самых маленьких лопаточек, да, и заканчивая продукцией Novage. Это Алия Novage, которая делает матовую кожу, да, это бьюти-бокс прям с масками для следующего маскомарафона и так дальше. И получился хороший призовой фонд, где практически каждый участник, я старалась, чтобы каждый человек получил какой-то подарочек. Вот, ну и темы вы уже, наверное, сделаете себе скрин, вы можете их тоже себе использовать, да, и как вы видите, что после каждого эфира, то есть утром была тема эфира, например, почему твой крем не работает, и вот я окошечками, плюс голосовыми сообщениями, плюс слайдики рассказываю, раскрываю эту тему. Вечером, после того, как мы сделали уход, мы берем капсулу и начинаем делать массаж, например, вот первый день там была проработка носогубки, там, да, потом второй день, это периорбитальная область глаза, там, следующий это там ложечный массаж, очень всем понравился ложечный массаж, да, и последний день у нас был «Задай вопрос косметологу», но вопросов, честно, вот как-то даже не было, все говорят, ну, все понятно, все разжевало, все хорошо, и давала элементы фейсбилдинга, рассказывала о том, что да, это классно, качаем мышцы, это очень классно, но реально по 15-20 минут, вот я честно призналась, что у меня не хватает времени, есть два упражнения, которые делаю постоянно, да, это буква О, пошутили там на эту тему, да, и, конечно, в конце мы выбирали победителей, которые, то есть все участвовали в розыгрыше, то есть все, кто дошел до конца и выставил все свои фотографии до и после, абсолютно все участвовали в розыгрыше. Ну и коммуникация. Как мы делали коммуникацию? То есть у нас, я думаю, что у всех вас есть какие-то фотографии до и после наших наборов, да, вот когда даже если нет, то начните с себя, да, сфотографируйте себя, умойтесь Novage и сделайте фотографию. То есть у меня таких очень много примеров, результатов, и реально этими результатами я работаю. И сейчас в копилочку я шикарные результаты, которые вы увидите этого марафона, я тоже положила в свою копилочку, и вы тоже показываю. Смотри, это вот марафон, и уже после этого марафона, особенно победители, они уже говорят, у меня уже там как минимум 5 человек есть на следующий марафон. Все делают комплименты, все не верят, что это вот за неделю все произошло, все не верят, что я не была у косметолога. И уже, понимаете, эти результаты
уже в следующий раз уже будет не 27, а 47 человек, потом будет 107 человек, да, и, конечно, мечта, чтобы по 500, по 1000 человек ходило на такие марафоны. Вот, у меня были результаты прошлого года, которые меня тоже вдохновили, и тоже был у меня результат, так как я как раз, ну, да, и маленький ребенок еще был, недоспанные ночи, я осветлила хорошо, избавилась от пигментации именно в те потоки, когда проводила. И я просто, мы составили баннер красивый о том, что давай помолодей, приходи, да, потому что вот уход у косметолога стоит 500 гривен, только разовый, а здесь ты платишь 460 гривен или 450 гривен, и реально ты целую неделю будешь себя любить, лелеять, узнаешь столько всего нового, потому что, в принципе, я дала целый курс по косметологии, по антивозрастной косметологии, как правильно ухаживать в определенном возрасте за своей кожей. И перед началом все участники, которые уже записались, я предложила им конкурс, я предложила им выставить пост в своем инстаграме, зачем им нужен марафон. Вот зачем они пришли, зачем они идут на марафон. И они вот показывают масочки, да, вот пример Юлечки, она показывает масочки и рассказывает. Вот, кстати, Юля — это вообще не консультант компании Oriflame, это мой клиент, моя одноклассница. Вот, и она пишет, почему она его выбирает, да, она уже знает после первого моего эфира, почему это важно делать, и я провожу первый вот свой эфир «Ошибки в ежедневном уходе», где тоже завлекаю людей, говорю, что мы стартуем, мы начинаем, присоединяйтесь, пишите мне «хочу на марафон», «хочу там омолодиться». И еще благодаря вот этим постам, то есть девочкам я предложила конкурс, тех, кто сделает пост, будет участвовать в розыгрыше, ну и плюс я бесплатный, открытый, на своем аккаунте делаю прямой эфир перед стартом, и тоже приходят некоторые, так вот, добавились в конце там несколько человек. Следующее, еще что хотела сказать про коммуникацию, да, то есть вот, ну я, в принципе, уже кратко проговорила, что мы делали баннер, третья картинка, да, это баннер, который вот живой, как видео, он по сторис гулял у нас каждый день, сделай идеальное лицо за 7 дней, да. Лицо — это не ты, а это ты, а не твой возраст. Там мы говорили о том, что курс по омоложению будет, если тебе 25 и больше, и старше, ты должна знать особенности, как стареет кожа, причины старения, что с этим делать, не паниковать, когда появляются морщины, потому что можно это все остановить, продлить, да, отодвинуть это старение. Вот. Ну и, конечно, сделала такой вот баннер, который тоже девчонки отправляли своим подружкам, друзьям, почему нужно пройти этот марафон, да, вот как не убить нежную кожу лица в погоне за красотой, как выстроить эффективную систему по уходу за своим типом кожи, какие домашние процедуры must-have должны быть у вас, каким средством можно верить, а какие лишь маркетинговый ход и так дальше, да, и самое главное, как можно сэкономить до 10 тысяч гривен в год на уходе за лицом, уделяя всего лишь 10 минут, то есть как не ходить по косметологам каждый месяц, потому что некоторые реально ходят каждый месяц по косметологам, и всегда, когда я на них смотрю, да, я понимаю, что они не лучше выглядят меня. Я даже, знаете, общаюсь с несколькими, я сейчас сотрудничаю с некоторыми косметологами, и я понимаю, что они наколотые, да, они там уже там укололи, то укололи. Я понимаю, что мне скоро 40, я не делала ни одного укола, ни одного, и я ничем не хуже не выгляжу, ну, не хуже, да, выгляжу, чем они, даже чем некоторые, то даже лучше, при том, что я не делала никакой ботокс и так дальше. И четвертое, это про чаты. Давайте поговорим про чаты, что мы там делали. Вот я сделала очень много скринов. Начинали мы чат с того, что люди знакомились. Вот они прошли уже первый старт вот этого открытого эфира, и они уже там много всего нового узнали, говорили, боже, сколько полезных советов, да, еще ничего не началось, а уже вот столько вкусняшек полезных люди узнали, и это было действительно приятно. Я написала, что вот, все, мы уже стартуем, что давайте еще раз проверим наши боксы, что нам для этого надо, надо пилинги, надо масочки, надо там водичка боржоми нам нужна была, ледики мы готовили заранее и так дальше. Ну и, конечно, они, обязательные условия всех, кто участвовал, они должны написать о себе, да, сколько лет, как зовут, откуда и с какой проблемой хотят поработать. То есть
Вот Саша писала, кстати, она победительница этого марафона, голосованием первое место она заняла, что у нее очень, она страдала очень сильной сухостью, прям говорит, я тоналку не могу наносить, прям вот так все хлопьями все отрывается, сильное шелушение, очень сильная обезвоженность, да, и вот она пишет, если вы видите, желаю всем участникам достигнуть поставленной цели, а я работаю с сухостью и обезвоженностью. То есть ей 33 года, и SkinExpert показал, кстати, да, делали мы тесты на SkinExpert, показал, что ее кожа на 39 лет выглядит, да, ей 33 и 39, и потом вы узнаете, как она изменилась. Ну и, конечно, я начинала с себя, я тоже написала, что мне 38 лет, как раз мне вот в феврале было, я написала, выставила свою фотографию до, и реально у меня такие вот щёчки, если вы видите, носогубочка такая чуть-чуть уже начинала, и вот реально этот марафон плюс пептиды, которые потом я еще прошла, дополнительно рекламируя их, просто, и сегодня тоже утром, знаю, что я буду выступать, пептиды, это просто что-то божественное. И тоже пишу, что я с вами тоже хочу минимум 5 лет, это минимум, да, тоже хочу, чтобы кожа была увлажненная, сияющая, да, и зазываю, вот когда я вышла свою фотографию до, я показала тем, что я не боюсь показать себя, все мы девочки, все мы здесь одинаковые, все пришли с одной проблемой, решить какую-то проблему своей кожи. И вот я не побоялась, да, не бойтесь поставить свою фотографию до, без макияжа, ничего страшного, все мы утром просыпаемся, они такие, как мы хотим потом себя видеть в зеркале, да. И вот этим я как бы дала провокацию, чтобы все начали высылать, не боясь свои фотографии без макияжа до, потому что сначала все говорили, а можно я тебе в личку вышлю, я не хочу, а мне важно было, чтобы выслали все, и чтобы потом все посмотрели до и после. Ну и вот вторая картиночка, это непосредственное обучение, которое я провожу в утренние эфиры, да, то есть слайдик я бросала и голосом, или окошечком, ну, в основном голосом, потому что больше времени хватало. Ну и видеоуроки также я сбрасывала, вот как делать правильно криотерапия, вот видео показывала, как мы это правильно делаем. И люди задавали вопросы, если что-то непонятно. И, конечно же, результаты марафона. Их тоже обязательно нужно отметить. У нас было голосование, вот вы видите, 3 места, да, я хотела, кто же победитель? Один. Но на самом деле было 2 победителя, я не могла не сказать о 2. Да, во-первых, не все девочки сделали правильно фото. Я всех просила сделать фотографии. Я знаю, что там было очень много участников, которые претендовали бы на победу, но просто некоторые фото затемнили. Изначально я говорила, нужно сделать перед окном, без фильтров. Некоторые думали, что без фильтров, но камера фронтальная, автоматом, у некоторых включает фильтры. Нет, в чат, в Телеграме. У меня плюс приложение Телеграма, в чат у меня был в Телеграме, он самый для меня удобный. Вот. И в итоге вот самые 2 лучшие фотографии, на мой взгляд, ну, на них просто очень видно результат. На других тоже видно результат, что кожа поменялась. Но вот на экране бы сейчас вам было бы плохо видно из-за того, что качество плохие, качество было плохое, то есть все выставляли фотографии после, и я потом делала коллажики, потому что не все умеют это делать, и потом вот выставляли коллажики, самые-самые лучшие результаты. И давайте я вам познакомлю с результатами. Итак, сначала это мой результат, посмотрите, видно ли вам разница, я думаю, что вы видите разницу, как будто вот лицо похудело, да, как будто оно немножко потянулось, посмотрите, какое состояние кожи, оно такое прям светится изнутри, да, вот напишите, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, если вы видите разницу, то есть я увидела прежде всего разницу на себе, и, естественно, я, конечно же, была очень рада и вдохновлена. И вы знаете, когда девочки уже на третий день, на первый день, на второй день видели разницу, и все говорили, Наташа, боже мой, как у меня кожа меняется, я вообще такая красотка, я начинаю себя любить, я начинаю себе нравиться. И вы не представляете, какая, вот я сейчас говорю, у меня мурашки по телу, насколько мотивация, да, прет, когда ты видишь эти результаты. Второе место — это Светочка Ганиева. Я очень горжусь ее результатом, потому что она говорит, у меня никогда вообще не доходили руки до себя. Это вообще был мой первый опыт работы над собой, ухаживать за собой. И посмотрите, вот
визуально, насколько женщина выглядит моложе, да, девочка. Для меня все девочки. Посмотрите, она с правой стороны, ну, так лет минус 10. Вот напишите, какой возраст, вот примерно вот визуально, да, если углубляться и смотреть, ага, носогубка, да, где она заканчивалась, аж здесь, да, где сейчас она вот начинается, вот намного выше, да, состояние кожи, вот этой вот морщины, межбровку мы убрали, да, межбровку мы убрали, и она уже не такая глубокая, как она была, да, морщины на лбу не такие уже глубокие, состояние кожи более подтянутое, да, нет этих ужасных мешков под глазами, и реально, реально результат очень виден, поэтому два места я выделила, победителя два на этом марафоне, и Светочка, я знаю, что здесь она или посмотрит запись, или она здесь, возможно, есть, она вот начинает строить карьеру в нашем бизнесе, и результат у нее просто был бомба. Ну и, конечно, первое место, которое просто впечатлило меня очень сильно, эту девочку я знаю очень давно, это мой партнер Александра Геньбач, вот как, от которой я вам говорила раньше, именно она пришла с проблемой обезвоженности, не знаю, что делать, у меня там какой-то был крем, у нее был Лореаль, она рассказывала, вот очень вроде дорогой, но посмотрите, насколько видна разница, и всего лишь это прошла одна неделя, это не месяц, это не полгода использования средств New Age, это прошло всего лишь один месяц. Голосовали прямо в чате, среди участников, участники чата голосовали за первое место, да, первое, второе место, вот и все. Но в конкурсе принимали участие абсолютно все в розыгрышах. Вот, и, конечно же, я сама воодушевлена, это только New Age, крем это только New Age, она сразу заказывает уже набор, она сразу заказала себе пилинг, она говорит, я хочу уже и капсулы, я все хочу, все, теперь все у меня будет. И посмотрите, минус 12 лет показал скин-эксперт после недельного марафона. Но это разве это не мотивация? Да, посмотрите, вот она сфотографировала себя, первая фотография это после, а вторая это до. Да? Насколько разная, как сияет кожа, насколько она увлажненная и насколько она красивая. Ну и, конечно же, в конце каждый писал свои отзывы. И знаете, результаты марафона, вот эти в конце отзывы, благодарности, это моя мотивация. Когда я вижу, что девочка, женщина становится немножечко счастливее, немножечко начинает больше любить себя, у меня еще больше вырастают крылья. И я понимаю, что где-то кому-то, возможно, я достучалась, потому что на этом марафоне мы открывали темы и по wellness, если вы видели, да, я рассказывала, как важно правильное питание. Я рассказывала о том, что есть разные типы лиц, есть винное лицо, есть сладкое лицо, есть лицо глютеновое, да, вот некоторые продукты могут не подходить, и как важно держать здоровье наш кишечник, и я знаю, что многие участники заказали наш пробиотик после этого эфира, потому что я рассказала, насколько важен, я его принимаю как лекарство, да, потому что у меня проблема с кишечником была, и я исцелила себя, вот, и как он важен, и когда девчонки пишут такие отзывы, когда они видят себя в зеркале и любят себя больше, и реально я вижу, как они вдохновлены, вот это моя самая мотивация большая, и после таких вот отзывов мне хочется все больше и больше проводить эти марафоны и что-то придумывать новое, и я уже придумала новые марафоны, хочу теперь воплотить их в жизнь, я знаю, что нужно поработать, да, вот Сашенька сейчас здесь, пишет, что поменял полностью мой уход, да, Сашуль, спасибо тебе, что ты пришла поддержать меня сегодня. Да, эфир был, Анечка, каждый божий день с утра, утром был эфир обучающий, что такое эксфолиация, программа 60-20-10, это индивидуальная программа, моя авторская методика, именно по New Age, вот, то есть эту программу я слышала уже от других моих учителей с разных, да, стран, но я ее создала именно под наш New Age. Я добавила туда вот эти вот дополнительные, которые недорогие уходовые процедуры, там, да, вот криотерапия, например, там,
там умывание минеральной водой и так дальше, контрастное умывание, это не стоит никаких денег, но если это сделать хотя бы курсами, да, то это кожа получает, вот все знают, что контрастный душ очень полезный, но кто его делает? Ну хотя бы курсами, если будете делать, то вы получите невероятный заряд энергии и результат. И все эти продукты, которые вы будете использовать, они будут лучше впитываться, больше сохранять будут эффект и так дальше. Ну и я всегда вспоминаю слова Тамарочки Скибы. Тамарочка, если вы тут, вам большой привет, потому что я знаю, что она всегда тоже в восторге, любит продукты наши, я всегда у нее учусь, и она всегда говорила, что если крем, то только Novage, если витамины, то только Wellness. И я теперь тоже говорю ее словами, если крем, то только Novage. И мне сейчас говорят, пишут девчонки, Наташа, нужны кремчики, срочно нужны кремчики. Я пишу, ну если кремчики, то только Novage, приходи на чаёк, будем подбирать, будем тебя омолаживать уже прямо за первую процедуру. На этом все, дорогие друзья, я теперь готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Отвечайте, задавайте вопросы. Так, вы отсылаете наборы после оплаты боксов? Да, конечно, после оплаты боксов. Ну, если это чужой человек, то мы не отсылали. Если это, например, куме кто-то отправляет, ну, это он берет ответственность, да, то есть бизнес-партнер. Вы всех регистрируете, кто участвует в марафоне? Все, кто хочет, всех регистрируем. Мы рассказываем потом о преимуществах и о том, что он закажет этот бокс, уже там 50 баллов у него будет, и уже там еще чуть-чуть, там он пилинг потом захочет, еще обязательно что-то захочет, еще водичка, например, вот сейчас и Эклад Викенд. Оплату за доставку кто оплачивал? Конечно же, оплачивал клиент доставку. Вот, запись вроде бы идет. Так, были партнеры, и партнеры были, но их было немного. Это я взяла только персональную группу и несколько лидеров, которые именно хотели поучаствовать. И, то есть мы небольшой командочкой организовали этот маскомарафон, то есть всех моих много-много директоров, которые есть, то есть не было, да, то есть это именно моя персональная группа. Если есть противопоказания купероз, как тогда? Если очень были у девочки у нас с куперозом, то если, ну, смотрите, самое главное, нельзя очень сильно, очень долго, то есть 3 раза, 1, 2, 3. Если вы в этом проблеме, ну, немножко обходите эти места. То есть это курс, это не нужно на постоянной основе. То есть если 3 раза. Ошибка, как можно вызвать купероз, когда вы прям сильно переохлаждаете лицо, прям берете большой кусок льда и начинаете там 5 минут это все делать. Нет, 1, 2, 3. То есть по линии Блангера 3 раза. Все. Все, я буду прошу. Так, вы проводите платные марафоны. Проводите платные марафоны для нас. Светочка, я не проводила платные марафоны. Так, ваши видеоуроки. Смотрите, я в Инстаграме своем очень много сейчас пишу постов именно по уходу. Вы можете брать, ну, именно те темы, которые я раскрываю, я пишу в Инстаграме и буду писать, продолжать буду писать. Вот, лед был с травками, нечистый лед был с ромашкой лед самый. Там есть разные рецепты у нее на курсе, на... Готовлю курс «Лицо с обложки» или «Результат на лицо», вот еще не придумала, готовлю курс отдельный, где хочу именно рассказывать про все даже рецепты. Но это уже не с этой темы. Дорогие друзья, уже я лимит перевысила, да, ссылочка saladovnik.n, это моя сыночка, вот, Лиля, спасибо, пожалуйста. Я вам всем желаю быть красивыми, успешными, богатыми, ведь компания нам предоставляет такую классную возможность, у нас реально очень крутые продукты, и моя миссия, мое кредо, чтобы еще больше женщин стало более счастливыми и красивыми, да, то есть я всегда говорю, пусть намного больше станет женщин красивее, увереннее в себе, успешнее. Всем пока, дорогие друзья, желаю вам успехов, хорошего закрытия именно в этом каталоге и всем крутых бизнес-партнеров и богатых, любящих себя клиенток. Пока-пока!